наверное, не получилась реализация. Было, да, не так уж много моментов, но, да, забили во втором тайме гол. Где-то если в первом забили, может, игра не так бы повернулась. Но соперник использовал свои шансы, и, я думаю, такая игра была очень вязкая. Так, моменты были и у наших, и у их ворот. Так, ну, тяжелая игра, я думаю. Ну, завтра еще тоже игра, будем стараться тоже выполнять установку и играть только на победу. В пятером почему игра не сдалась? Ну, я не знаю, как бы отрабатываем на тренировке этот компонент. Ну, где-то, может, чуть-чуть не хватает, может, времени не хватило. В принципе, Дина хорошо нас выжимала, и мало времени, мне кажется, у нас было для реализации пятого. Как играется в Троицке, как атмосфера? Как всегда, великолепно. Болельщики, очень приятно было вернуться в этот дворец спорта, потому что в том году не получилось в связи с травмой. А сейчас я очень рад вернуться. Болельщики, когда был выход команды, поддержали, похлопали. Очень приятно было. Мы много смотрели, у нас было практически 2 недели, чтобы подготовиться. Хорошо подготовились, знали, что будет делать соперник. Их главный козырь был стандарты. Сегодня вроде не пропустили ни одного. Ну и поэтому выиграли. Еще много создавали, конечно. Еще реализация подводит, поэтому так мало. Ты сегодня очень ярко себя проявил, как-то особенно настраивался? Да нет, просто готовился. Пора забивать уже. Поэтому стараюсь помогать команде, чем могу. В завтрашней игре что-то будете менять, что-то улучшать? Ну, если только реализацию, а так все хорошо. Хорошо сыграли. Всем спасибо большое. Болельщики еще сегодня пришли. Надеюсь, завтра то же самое будет.